Как правильно съезжать на влажную неукрепленную обочину, за сколько включать поворотник? Поворотник с точки зрения ПДД нужно включать заблаговременно. А вот за сколько, многие советуют по-разному. Здесь самое главное что? Чтобы другие участники дорожного движения поняли ваш маневр, поняли ваше намерение. И здесь, конечно же, это зависит от скорости. Вы можете двигаться 40 км в час, да, вы секунду проезжаете 11 метров. Вы можете двигаться 80 км в час или 120. Вы в секунду же проезжаете 30-33 метра, понимаете? Конечно же, секунд за 5, секунд хотя бы за 5 до выполнения самого маневра, то есть сам маневр вы начинаете делать, когда вы начинаете съезжать на обочину. Нужно включать поворотник. Поэтому смотрите за скоростью. И не забывайте, что если вы включаете поворотник, вы себе задайте вопрос, посмотрев вдаль, а вас правильно поймут? Может быть, перед вами, до той точки, где вы хотите остановиться, есть какая-то одна либо две прилегающих территории. Может быть, вас подумают, что вы туда хотите повернуть. Вот тут тоже надо вот эту мысль с головы не упускать. А так, конечно, лучше чуть-чуть раньше, без фанатизма, вот, но раньше. И здесь еще знаете, что самое главное, если вы собираетесь, одно из главных для безопасности, съезжать на увлажненную, либо на неустойчивую обочину, ну, к примеру, дождик прошел, да, вы двигались по асфальте, а обочина грунт, либо немножко подскос, сырая трава, то здесь в обязательном порядке вы тормозите на хорошей дороге. Вот у новичков, у них, лишь бы не помешать, они включают поворотник, начинают съезжать на обочину и только там начинают тормозить. Да? Если обочина будет плохая, либо она будет неустойчивое покрытие, плохое сцепление колес дороги, реально можно улететь в кювет, потерять управление. Поэтому мы включаете поворотник заблаговременно. Чем больше скорость, тем раньше мы включаем поворотник. Начинаете тормозить. И когда ваша скорость там 30, 20, ну в зависимости от того, насколько плохая обочина. Чем она хуже, тем больше гасите скорость на хорошей дороге. Вы уже начинаете на нее съезжать. Вот как-то так.